Когда цель почти не видна, но это не мешает ее достигнуть. Звезда самарского спорта Анастасия Викулова принимает поздравления от главы города Олега Фурсова. Девочка почти не видит, но уже в который раз привозит с соревнований по плаванию сразу несколько медалей. В этом году спортсменка получила нагрудный знак «Горячее сердце». Кроме спорта, Настя увлекается музыкой и старается преуспеть в учебе. Хорошистка, в принципе, за программой успеваю, как бы. Но плавай все равно лучше. Полина Гудкович в свои 13 лет убеждена, красота в женщинах всегда соседствует с умом. Чемпионка Самарской области по шахматам может в 3 хода утереть нос любому мальчишке. Шах и мат. Половину партии отыграл нормально, а дальше, если у тебя уже внимание пропадает, то можно без проблем зевнуть и проиграть. Расслабляться можно только после того, как соперник пожал тебе руку и выключил часы, что означает сдачу партии. Шахматные клубы, секции по плаванию, единоборствам и другим видам спорта. Глава города Олег Фурсов осматривает детские физкультурные центры. Насколько они оснащены и востребованы, и что еще нужно сделать, чтобы развивать спорт. У нас, конечно, большая сейчас проблема, как ребят вовлечь в какой-то такой позитивный, что ли, позитивное поле, да, чтобы были примеры, чтобы они могли развиваться, стремились к чему-то не просто в компьютере, в интернете, да, в блогах. Реально чего-то достигали. Сейчас городские власти уделяют большое внимание развитию спорта. Чтобы дети могли полюбить физкультуру с самых малых лет, во дворах восстанавливают спортивные площадки, зимой заливают катки, увеличивают количество спортивных секций в центрах дополнительного образования. Марина Матвеевна, Максим Гусев, «События».